Так, читаем чатик. DX позитив, здравствуй. Ходи конем, окей. Резиозавр, привет. Алекс Ковачес, QQ. Так, всегда было интересно, что это 10 минут настраивает Михаил. Жду, пока придут зрители, делаю анонсы и прочее. Вот. Самый простой способ, когда анонсирован стрим, приходите на 10 минут позже и все. Тогда не придется писать, нудно ждать и так далее. Твои дела поделайте и все. Кайф. Старик Кими, привет. Денис Тверь, здравствуй. Крокодил, привет. Ипман GT, добрый вечер. Так, Невдерик, привет. Вроде ответил. Суровый, привет. Дед Пихто. Ху. Кранчис Бритц, привет. Инги... Ингибитор. Что это такое? Привет. Боксдруг. Боксдокру, здравствуй. Шмель, Днище. Блин, невозможно прочитать ники. Привет. Фро 23. Как перестать зевать фигуры, то ничья, то абсолютно выигранная позиция на какую-то фигню не заметил и все. Думать о том, что грозит твой соперник. Как можно больше решать тактики, чтобы как можно больше видеть угроз соперника, соответственно. То есть уметь их видеть и уметь заставить себя их искать. Удачного стрима, спасибо, Антон Фатеев, здравствуй. Скандинавец, привет. Владимир, ты еще в деле или его путь закончен? Я думаю, что путь Владимира Виста надо заканчивать потихоньку, надо что-то другое придумать. Пока я в поиске. Так, хрен, привет. Райок, здравствуй. Дратути пишет O1NKT10, я не могу прочитать. Не знаю, как правильно читать ник, сори. 0-1 будешь, нормально? Так, ну, если с кем-то не поздоровался, то всем привет, мог не заметить ваше сообщение. По разным причинам, тут мелко. Вот, в общем, всем. Я со всеми поздоровался. Теперь. Всем здрасте. Короче, давно я не решал тактический штурм, думаю, пару партий тактики не повредят. Так. Давайте попробуем. Не решал, наверное, несколько недель. Так поздно стримишь? Работаю до этого просто. И... Есть люди, которым приходится работать. К сожалению. Так бы я стримил бы прям с утра. Блин, давно не решал, сразу же видно. Растренированность. Так что ли? Thank you.
так пока не понял. Так что. Теперь понял. Ошибка инженера. Просто на B7 можно было забрать, что ли. Так, первый блинкомом 36. Так, что там, чат буянит? Давай штурм, обнови рекорд. Даю штурм, обновляю. Делзас, привет. Какой часовой пояс? МСК плюс 1. То есть у меня на час больше, чем в Москве. Здорово всем, привет, переизбранный. Proud пишет, как предложение постоянным зрителям написать валюту стрима. Я думал об этом, но это как-то сложно настраивается, я пока не разобрался. Интерактив интересный, да, видел у других стримеров, но сам не разобрался. Рассалима, привет. Можно помедленнее записывать. Дело в том, что там дается всего 5 минут времени. А, вам, наверное, не видно этого было. Сейчас я исправлюсь. Там дается всего 5 минут времени, и проблема в том, что у тебя либо 3 ошибки, либо время заканчивается. Все. Поэтому помедленнее никак, но, насколько я понимаю, можно смотреть в медленные записи. Привет, Беркут. Кайры. Здравствуй, Хайзенберг. Привет. Михаил, скажи, какие методы есть, чтобы запомнить доску? Учить ее? Решать специальные задачи вслепую, там, координаты и так далее. Все есть в интернете. Так, что я неправильно решил? Давайте чекнем здесь. Да, так мат ставил. Окей. Моя ошибка. Проверяем, были ли задачи подставы. Здесь я первым делом хотел ударить, не думая. Как всегда, почему-то этого не сделал. Ведь король Е4 ради уход, хотя понимал, что никуда. Миша, можешь в принудном порядке заставить модера играть блиц рандомами из чатика? Могу бан дать, если интересно. Это странные сообщения. Не понимаю, о чем ты. Здесь надо было пешку съесть. Здесь моя ошибка, ладно. Попытка номер 2.
Вот. Зачем? Так что ли? Сейчас не понял. Отгрызать похода. Не вижу. Понял. Игру. Чита, ну так. Тихо, не шурши. Нужно еще быстрее. Чатик. Так, Arcadian Best. Значит, давай так. 24 часа отдохнешь. И надоел твой спам. В следующий раз будет навсегда. Давай, увидимся через сутки. На свободу с чистой совестью, ну и подумай заодно. Так. Алекс, привет. Хотел бы заставлять играть в шахматы. Привет, Паш. Да, согласен. Тем ставки будет 42 в штурме. Удалось больше, но этого мало. Дальше народ там в рулетку играет. Я понимаю, скучно, но что делать? Рекорд написан был на экране. 47. Так, что неправильно решил? Давайте посмотрим. Чик-чик-чик.
А, я вообще только одну ошибку совершил, да, вторую просто последнюю не успел. Но там что-то времени совсем было мало. Привет, Шумер. Я решил посмотреть, насколько зрителям зайдет решение задач. Давно не решал. Теперь посмотрим, сделаем выводы. Так. Здесь я интуитивно дал шаг, но времени совсем не было. Ну, мне маты грозят со всех сторон. И пока 0 идей. Я мат не могу поставить. Ладья d7 как-то. А, понял, ладья d7, так, так и так, все. Было бы чуть больше секунд, я бы нашел. Блин, но не было, да. А ластецкую чисто для общего развития давайте глянем. Ну, ладья d8, я так понимаю, надо ходить, не думая. Дальше думать. Но нечем. Ладья d1, по идее. По идее, нет. А, эфир bf7, да, понял. Так, и почему-то задача... А, на король g8, ну, задача решена. Я мата не вижу. Ушел. Почему ты мне запрещаешь ход сделать? Я хочу пойти. Где мат? Я не вижу. Ладья g8, ферзь f6. Я понял, правот. Но тут нет выбора. Если я буду объяснять каждое свое решение, соответственно, будет... Решено 30 задач. Давайте еще разочек. Мат-то. В один ход полчаса ставлю. Потому что надо решать задачи каждый день. Кто это может не помочь? Я ладья h8, что ли, пошел? Мисклик? Хотел ладья h7. Я мискликнул, что ли? Грозит. Видимо, вечный шаг надо объявлять. Спасибо новым фолловерам. Привет. А маты же нет, там ферзь защищает. Блин, вот я 6, нам надо было играть. Да, ну ладно. Мне просто интересно, я мискликнул в этой позиции. Я что, я ладья h8 пошел, да?
Не, а, ладья H7 неправильно, все понял. Я вообще думал, что это моя ладья, я думаю, сейчас шах, но он закроется, шах, так и мат. Но это не моя ладья оказалась. Так, ферзь B7, надо было с этой стороны, да. Так что это моя ошибка. Неправильно посчитал позу. Здесь. Это безумная позиция, масса идей была. То есть ферзь H2 надо было пойти, и H5. А, там ферзь еще один. Ну, блин, тут надо всю доску успевать видеть. Ферзь H2. H5 и... Ферзь G3, да. Так, и у Властецкой, я думаю, ну все, красивый мат. Стандарт, да, ладья сюда. И идея обычно мат, шах и мат. По ферзах я и забыл, надо было начать с ферзь H6. Привет, Игорёха. Привет всем, как Юстон, все нормально, уже проблемы. Все, все прекрасно, все отлично. Так, ладно, с тактическим штурмом, я думаю, на сегодня хорош. Пойдем поиграем немножко. Вернуть. Виргинские острова. Так, я надеюсь, все видно. Все, да, вроде бы все. Шах королю. Взял. И вывел слоника. Бьем. Крепляемся. Развиваемся. Рокада. Вводим коня и пытаемся. Перевели. Даже 5 это грамотно. Хочу сюда, он играет конь G6. Ну что, пытаемся прорваться? Так, G4. Так, куда коня отвести? Ну, давай попробуем на D2. Типа с F1, может быть, он подкрепит позу. Ну что, пошли в прорыв сразу же. Так, пешкон выиграл, но они теперь слабенькие. Это все в теории, главное, чтобы не мат не поставили. Стоит ли играть G3 или там... Опасно. Да, давайте попробуем. Не идет мне эта позиция. Блин, никак не могу подобрать ключи. Наверное, тогда уж коня надо было на Е1 отводить, чтобы через G2 его переводить куда-то. Более, наверное, логично было бы. Ладно, ставим сюда коня, на взятие бьем пешкой, отдаю пешку D, лишь бы найти инициативу. Музыку потише. Так, сейчас король G7. Он переводит ладью на H8, это понятно. Не стал я пешку защищать. Раз ищем какую-то контр-игру.
А возможно, стоило защитить. Фрилансер Макс, привет. Так, 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 так. Вообще, да, похоже, я под дикой атакой. Непонятно за что. Надо менять ферзей, видимо, уже. Дурацкий вариант. Не получается никак. Играют ли сейчас люди лучше, чем 40 лет назад? Конечно. Компьютеры, опыт тех, кто играл 40 лет назад, он как бы... как бы намекает. Сейчас людям проще. Да, вот я опасался какой-то подобной атаки на короля. Отгрозит. Да, получаю мат. Ну что, блестящая партия от соперника, ни одной ошибки. Жестко. Накамура. Накамура ждет тебя, чел. Так, go next. В чатике вроде бы все спокойно. Поиск ведется. Соперник сбросил. Так. Хоть французскую. Повато, согласен. Привет, Шпрот.ру. Так, шах, ладно, попробую же 6 закрыться. Люди выучили варианты, к сожалению, тяжело играть французскую стало. Хорошо подготовленных бойцов. Белофол идет таким образом. Ну, ладно, вывожу коня. Коня, наверное, на А5 поставим, чтобы при ДЦ-БЦ удержать пункт С5. Да, очень важно его удержать, но вот D4, может быть, я не удерживаю. Он активируется. Надо разбираться в тонкости бута. Так, 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 рокировку. Наверное, надо сделать короля поставить куда? На G7, на... ну, наверное, на G7, да, логично. Так, этот ход последовал, да, он ожидался, и он неприятен. Видимо, надо так коня на B3 ставить. А здесь как-то этого слона обтекать, может быть, в будущем F4, конь F5 удастся, но... не факт. Берет под контроль поляну. Так, надо... так. 4 не то. Пока королем укрепили позицию. Найди его французской. Бороться за центр. Опа, F4 он сам пошел. Так, ну ладно, увожу ферзя, например, из-под всяких темпов. Хочу ладью на B8. Он уже 4 готовит прорыв. Он может опять играть не камильфо. Ладно, ставим ладью на b8, готовим вторжение коня на b3. Или он сам хочет. Да, ну. Так, он пока ставит слона на b4. Окей, я напал на твоего слона. Я залез в обжорный ряд, видимо, все.
таким маневром он меня типа перехитрил. Ну, окей, может быть. И, наверное, все-таки h5 придется поставить. Ну, конь f3, конь g5, ладно, допустим, а дальше что? Так, мне надо вторгаться. Давайте так, на слон b4 отведем обратно. Хотя, может быть, конь b3 вторгнуться, конь b3, конь b3, а b. Хорошо, пока сюда, минута 10. Он хочет ничью, но я пока отклонюсь все-таки. Даже если я считаю, что у меня позиция хуже, я не хочу соглашаться на ничьи. Какой тогда был смысл запускать стрим? Правильно, ответ верный. Никакого. Лучше проиграть, но сделать это в борьбе, чем согласиться на ничью и... Зачем? Привет, Mother Chess. Так, меняемся. Держим линию пока. Хотя, возможно, и зря. Мне бы поскорее своих коней бы как-то раскрутить. И слон у соперника, ну, он неплохой, конечно, но где-то вот в эндшпиле может и скажется. Время потихонечку подравнивается. Так, хочу меняться. Брысь под лавку. Тайтл 11.5. Творчески. Торгаемся конем на b3. Мало времени понять, как правильно играть. Ну, блин, с одной стороны, хочется пешкой взять. С другой стороны, все это опасно. На a4 нападаю, он идет в прорыв. Начинаются счетчики. Счетчик в деле, скиллуха на пределе. Ферзь а2 готовим, да? Ой-ой, какая позиция. Можно мат получить запросто. Давайте считать. CD, ферзь А2, ферзь С3, Б2. Нет времени считать. Ладно, ферзь А2 пошел. Ферзь С3 или ферзь С1. Ну, ферзь С3, да, очевидно. Б2, ладья С7, шах. Б2, ладья С7, ладья С7, ферзь С7, конь F7. Позиция. Да блин! ЁПРСТ, ну чё я наделал? Трюнкем Пилич, привет! Зря подписался, однако, двоеточие 0. Не знаю, что означает, но спасибо за комментарий. Рако Тиши, здорово. Да, ну была сложная борьба, но вот в итоге в цейтноте ферзь не успел проскочить. Нашлась у соперника какая-то игра. Не в квадрате. Да, да. Я мог вечный шаг дать, если что, ферзь вместо f3, ферзь e1, ферзь g3, ничья. Когда я дал шаг сюда, он отступил королем, я пошел f3, ферзь g5. Естественно, я мог дать вечный шаг. Шаг ушел. Но я уже как бы про это сказал. Так, чел не будет играть, видимо, ладно. Давай тогда следующего. Привет, White Magican.
Ищем следующую партию, этот соперник не захотел играть, ну, как бы 33 секунды, которые нам не надо. В любом случае. Партию, нажать прервать партию, все. Так, гроссмейстер из штатов Деван. Можно заиграть блиц, ежели я имею 2000. Сложно, я не понимаю вопроса до конца. Нет такой кнопки. Ну, тут я ничего не могу поделать. Я же не разработчик сайта. Надо понимать. Я играю тут только на компьютере. На компьютере кнопка есть. Так на ведре это сделать не знаю. Заколебали этим вариантом. Реально. Вот после партии теорию будет чекнуть, потому что я не помню, как тут играть за белых. Следующие несколько ходов вроде бы. Обычно ферзь А6 играют вроде бы. Так, ну ладно, надеюсь, ничего. Алекс Коу, привет. Я не смогу поляку ответить, но ответ нет, если только данное мероприятие не будет заказано. Ну давай, принимаю вызов, окей. Но я так понимаю, слон e5 это какая-то теория. Ход странный, конечно, выглядит максимально тупо. Но человек как бы обладает высшим шахматным званием раз. Михаил, на выходные какие планы по стримам? Да вроде какие-то стандартные, а что? Нельзя брать тут вилки. Тоже нельзя. Вот, с другой стороны. 5 короля ослабляет. Так, а так. И может и неплохой вариант за черных, кстати, на самом деле. Выглядит, конечно, максимально странно, но. Никакого форсированного выигрыша я не нашел даже близко. Я его и не искал. Читер, говорят. Да нет, ну, гроссмейстер человек, какой читер. Смысл рисковать званием ради какой-то ненужной партии в интернете? Нет. Исключено. Напал на слона. Ну, в общем, слон бьет d5, наверное, может пойти. И, ну, вообще, какой-то микроперевес, мне кажется, у меня есть шансы, потому что король все-таки неуютно себя ощущает. Если я поставлю ферзя на c3. Ну, вообще, как-то странно играет соперник. Думал помучить себя челленджем. На выходные, что ли? Да, я всегда готов. Ну, по идее, в воскресенье я просто не знаю, будет ли матч России в воскресенье. Блин, ферзь d4 хороший. По идее, в воскресенье за сборную страны будем играть.
после нее можно. А в субботу, ну, на главной Твиче будем, поэтому я думаю, что тоже да. Почему бы не объединить все это дело. Так, я, похоже, не то сделал, и соперника все хорошо. Непонятно, это сила или слабость. Будет зависеть, возможно, от моих действий. Но не только. Вот Е5, слон Е3, шах, король Е1, как бы. То есть на выходные стрим планируется, скажем так. И в субботу, и в воскресенье. Блин, возможно, я зря пару ладей разменял, кстати. Кажется, ничья, что ли, да. Но, как бы, немножко походить все-таки. Блин, зря я все это сделал. РСТ, что я наделал? Я в одежде один, я зевнул идею король F3. Ну, то есть, ничья делалась так, просто взял. Наверное, да, взял. Так. Это же ничья. Пешкаш вроде проходит, ничья. Так. Так. Отталкивание плечом. Так. Да, и тут даже при короле на Е6 на шаг сюда спасает. В общем, удалось спасти позицию. Не, ну здесь, в принципе, была достаточно легкая ничья. Я что-то думал, что сейчас королем пролезу, как-то подожму его. Если удастся где-то отшахнуть, потом королем влезть на G5, то шансы на победу будут. Плюс время в мою пользу. Да, но он G5, я ход забыл про него. Если время найду в субботу прийти на стрим, то сделаем. Окей. Его брать на D4, может быть, лучше слон E3 было. Возможно. Но я не могу все ходы сделать в одной партии. Так, ладно, удалось выиграть одну подряд. Ура! Фишер. Здесь у нас играет Фишер. Так, французская не работает, похоже. Блин, этот Винавер. Давайте с ферзь опять разыграем. Мечусь в этих позициях, потому что как не играю, все равно плохие позиции, если оппоненты хорошо знают теорию. Видите, все грамотно, все эти переводы, маневры. Выучили. Сейчас H4, видимо, последовательно. DC. Как вариант был пешку пожертвовать ходом слона 6, CBAB там. Компенсация интересная, но, в принципе, пока, может быть, могу позволить себе и не отдавать материал. D4. Да, видел я такие идеи где-то. Допустим, пока заканчиваем развитие. На взятие, наверное, пешкой надо брать, по идее. Так, ну, играем слон А6, надавливаем сюда. CD, слон BTF1, D6. Нет такой идеи у него. BG2, DE, король BE7, ладья G1, ферзь E4 и забрал на F3. По идее, нету. Он даже не рассматривал, в принципе.
Ну, конем интересно, как-то поля держу вроде бы. Король немножко не удел, но, может быть, h6 искусственная рокировка, а может быть, и не понадобится. Так, играет, да? Хорошо, пока закончил развитие. Правильно говорить, тебе наверх. Возможно, да. Кладем через h4. Ну, наверное, h6 надо, иначе он сам задвинет пешку на h6. Будет совсем неприятно. Так, висит ферзь. Видимо, с шахом отскочим. c4 в данной редакции не особо, я думаю, опасно. Самая основная проблема — это король. Так, попробую ладью перевести на линию. Ну, король не может сделать мат другому королю. Может скрытый мат сделать, но это будет мат не от короля. Интересно, c4, то есть никакие кони c3 не беспокоит, просто отступ. Ферзем, и ничего не будет, ага. Хорошо, пока спокойно сюда отступлю, может быть, поле это будет ослабленное. Не, ну пешка пока не может цепляться, там ферзь висит. Хочу кони f5. g4, но выглядит странным ходом. Вообще позиция белых также немножко разбросана. Че, коня переводим, наверное, на g4, конь d4. Конь d4, конь b4. То, может быть, удастся король e7 выставить, но непонятно. Вот с королем беда, конечно. Так, ну сюда, наверное, надо. Может, даже ладью взять? Подождите, могу я? Давайте ладью возьмем. Может быть, нам размен это и на руку. Там пешка c, может, упадет. И, может быть, и cd, кстати, еще. Тут висит на c4, на e5. Проблема в том, что все ходы не сделать. Наверное, все-таки возьму конем. Конем по дефолту. Конь в центре доски должно быть неплохо. Висит пехотинец. Его не защищает. Я думал успеть короля протолкнуть на e7 за счет этого. Ладью на d8. g5 есть какой-то ход, немножко смущает меня. Вносит опасность в позицию. Он играет крепко. Слон e3. Я, наверное, ладья d8 хожу. Слон d4, ладья d4. Например, ферзь f3. Ферзь c4, ладья b7. Да, опасно все это выглядит. Хорошо, взяли пока. Вот это 7 хочется отступить. Ну, нет, не то, что хочется, по большому счету не хочется. Ладья b5. Мат пошел, а ведь g5. Аж g6. Может, я и плохо сыграл. Да, и что-то мои фигуры как-то не удел. Как-то мои фигурки не удел. Оказывается, пытаюсь перекинуть ферзя на h8. А что еще делать? Возможно, на g8 надо было ставить. Непонятно. Ферзь e3 есть неприятный ресурс. Нападая на пешку c. Ладья c7, что ли? Ферзь d2. Напал сюда. Ладья d7. Ферзь опять напал сюда. Главное, что он все это поднимает. Гений. Так обязан, наверное. Так. Да, и все разваливается. Да, бред какой-то просто. Все же хорошо было. Все же было хорошо. Какой-то из моментов партии. Какой-то момент партии все было прекрасно.
4 пешку нельзя было съесть ферзем? Можно было. Не хотел. Ну, хорошая позиция была, просто живо играть. Большое разнообразие идей. На сломбе d4 я мог ферзь c4. Идей была масса. И не конем брать на d4, а пешкой. Но опять же говорю, все ходы невозможно сделать. Вот я принял неправильное решение, не угадал. Ладью на e4 нельзя было защититься от ферзя. Не понял, в какой момент. Его ферзь был на d5. Его ферзь не был на d5 ни разу, потому что там... Там же у меня пешка на e6 стояла всю партию. Ферзь d5 это по отбоям. Так. Что у нас будет? Славянка, ферзевая, да, славянка. Чемский. Падает на главную твича. Выбирают лучших стримеров и допускают. Славяночка. В этой позиции вроде бы на моей стороне колоссальный опыт. Предыдущие французские в последнее время не играл, я не ходил. Виновера играл третьим ходом конь f6, то вот эта позиция успешно отстаивалась. Так, ну вот, ключевая, опять же, ладья c8, по-моему, не очень хороший ход. С кем-то я играл недавно, да? Вы я думаю, помните, с каким-то хорошим игроком, и тот разобрался. Грамотно подготовил план с e5 и e4, чтобы не дать мне f3 поставить и так далее. Когда напали на ферзя, проблемы с пешкой могут возникнуть. А может быть ход и шаблонный. Есть идея ладья d4, ед, конь b3. Ладно, f3 играем, но может быть ладья b d4 исход. И на ед, конь b3 он так и играет. До пешки опять не удалось сразу же добраться с наскока. Ставит блокаду, в принципе, логично. Наверное, таким ходом придется укрепляться. Хотя, конечно, появление коня на c3 не приветствуется. Да, наверное, я шаблонно сыграл конь c4, может быть, зря. Окей, взяли слоном, грозит d5. Конь d5, он, наверное, пойдет, да? Теперь слон бьет d5, ед. Какая-то интересная поза, но мне кажется, имеет смысл на нее пойти. Торгаемся ферзем, нападаем на пешку, к этой ферзь прикован. Он f6, идея на ферзь бьет d5, вот я d8. Где я один, допустим, могу пропустить, он сыграет g6. Ферзь c5. Кстати, может быть, он этот ресурс недооценил, так? Может быть, он недооценил ход ладья e1? Но это не точно, то есть нельзя брать из-за мата. А получается на g6 я играю ферзь c5, и нет, взял-взял, не висит. Не висит на а1 ладья, то есть я ее успел увести с темпом, пользуясь тем, что соперника нет форточек. Привет, злой бурундук. Янчик, привет. Так, ну что, лишняя пешка, но он цепляется к этой. Так,
не понял, bc6, взял c7, ладья c3, ладья e8, король ушел, перс, шах закрылся. То есть c6, ладья c3, видимо, в этом идея. Я могу подумать там о слон b6, ладья bc6, слон будет a5. Ладно, c6 играем. Играем слон b6. Убираем пешку. 4 неприятный шаг, потому что король f1, ладья c2. А слон d4 придется играть король h1. Да, он так и играет. Пешка b у него висит, отдавать ее... Ну там он, может быть, спасется, может быть, нет, да, поэтому он играет сюда. Я хотел ладья c1 пойти, грозится он будет b4. А он будет логично ладью, я увожу логично слона. У меня лишняя пешка. Он e5 стоит или не стоит? 2 секунды. Миша, главное не ошибиться. Не знаю, слон e5 ход. Так, если я бью ладью, ладья b1. Пешкой короля подтяну. Окей, бьем. Ладья b1 ставим. Лишняя пешка в ладейнике, но... Так, наверное, надо захватить пространство. Подтянуть короля срочно. Дать шах и успеть ладью прокинуть на e4. Попадай на пешку, да, я начинаю переигрывать соперника. Потому что это ладейник. Ну, позиция белых становится выигранной. Главное теперь не заруинить 33 секунды на часах. Главное не подрубить Мишу руину. Знаменитого спортсмена. Ставим ладью позади проходной. 6 просто есть ход. Да, ну легко достаточно выиграл, как только перешли в эндшпиль. Удалось реализовать свои плюсы позиции. Так, ну что, остается 2,5 минуты до окончания стримчика. Я думаю, нет смысла начинать новую партию. Если есть вопросы, пишите. Вот. Возможно, стрим продолжится. Это уже зависит не от меня. Я пока пойду. Спасибо за поддержку. Чайку и вернусь. Разыграй, пожалуйста, 3 раза свой фирменный вариант французской с подробным разбором после. Спасибо.
Так, я вернулся. Блин, чёрт. Забыл свет выключить, подсветку. Здорово, грандоты. Так. Дима Алис поддержал канал. Миша, разыграй, пожалуйста, 3 раза свой фирменный вариант французский с подробным разбором после. Спасибо. Коронный вариант французский. Может не получиться, если соперники не будут играть Е4, то не получится разыграть французскую. Вот. Как в такой ситуации быть? Но спасибо за поддержку в любом случае. Так пойдет? Понял. Ошибка, вообще пофигу. У нас что, урок русского языка, что ли? Тире. Так, 9-е наступило, да? Так, читаю чат и погнали. Написано 0, 0 ошибок, 0 зевков, 0 упущенных побед. Хорошие победы, выиграли без проблем. Вот так вот. Мне так не показалось. Так, Трай Джуфин пишет, Фируза играет по челленджить. Ничего не понял, но очень интересно. Так, так, так. Слинула. Аспушкин, привет. Умеешь, можешь, спасибо. Так, если чьи-то сообщение пропустил, просто напишите. Коломбо, странный вопрос. Давай ты подаришь эту подписку, а я ее разыграю. Погнали. Чат, тут от Коломбо есть предложение. Он хочет разыграть подписку для вас. Я так понимаю. Так, решетник. Ну чё, Коломбо, разыгрываем? Я здесь, к сожалению, теории не помню. Соперник, очевидно, знает. Но как-то так вроде бы иногда играют, хотя ранний размен вроде не считается самым главным. Не знаю, ферзь Е7 вроде бы есть ход на конь H4, конь B6. Прикрывая поляну. Так, он вернул слона. В чем идея? Если я пойду ладья e8, конь g5, да? Я все-таки играю h6, конь h4. Вон сюда на теорию будет посмотреть, кстати. Так, он играет просто a3. Угу. Теперь, наверное, я могу ладья e8 пойти? Теперь нет никаких выпадов особо опасных.
Так, конь d2. Хочет в район поля e4, видимо. И в район поля c4. Мне нужно какую-то ответочку. ED, ED вскроет линию Е. Я пойду какой-нибудь конь b6, конь e4, взял, отступил. Не знаю, не уверен, но в принципе, может быть, ход и неплохой. Так, висит мат. Так, конь f3 ход логичный. Ферзь, не знаю, может быть, ферзь h5 поактивней. Хотя и порискованней. При слон e2, например, будут какие-то рентгены. Дима, разбирать эту партию? Тут не французская, тут славянка. Мы ее разбираем после. Да, чат, сори, сегодня без вебки. Так, едим. Недоволен. Вебки нет, вообще непонятно как. Вывожу слона. Главное ферзя не зевнуть где-то, но вроде бы стою достойно. И по времени вроде бы все неплохо, так что... Так, он тащит слона куда-то. Он на c3, понятно. Так, Миша, побыстрее. Давай слонов попробуем разменять. Взять и поставим туда коня. e4, даже какие-то ферзь g6 есть ходы. Так, стоит ли пойти f5 или в этой позиции отыграть нельзя? Не знаю, ход кажется и рискованным, и интересным одновременно. Два в одном, как head and shoulders. Как тайт. Тайт, возможно, три в одном. Конь d4 ход ожидался, я думал двинуть дальше ходом f4, он бьет не думая. Окей, я тоже бью... Бью. Идем фирменный вариант французской. Просто если не будет французской, будет неприятная ситуация, что... Как бы... Понимаешь, да, о чем я? Так, получился эндшпиль, в принципе, все хорошо у черных. Да и у белых все, наверное, неплохо. Возможно, стоило пойти опять с идеей пешку поставить. Я решил сыграть таким путем, но сейчас, наверное, сыграю опять. Так, он тащит коня. Ага. И, возможно, я ослабил позицию зазря. А4 не то. Ой-ой-ой, какой я плохой ход сделал, гайс. Как же я плохо сыграл опять. Как не вовремя. Сохраняю защитника. Так, фиксики. Фиксики в деле, скиллуха на пределе. Так, ладно. Так сыграл. Конечно, пешка С может не обрадоваться, но... В конце-то чьих-то концов. Бывает. Напал. Ну, все защитил. Я тоже защитил пешку. За музыка отвратительная, блин, я не понимаю. Тактика, конь бьет g2. Ладейник. Пешка висит. Позиция абсолютно выигранная. И от противника здесь уже ничего не зависит. И мисклик, но уже в безнадежной позиции. Получилось неплохо. Получилось, кстати, неплохо. Только вспоминаю, как играть в эту игру. Просто отвратительная музыка, сорян. Музыка без авторских прав просто. Почему играет какое-то непотребство, а не божественный саунд из Ведьмака или Elder Scroll, спрашивают? Ну, потому что она последние стримы в 20, наверное, играет. Наверное, всем уже надоело. Привет, Сергей. Просто я не могу понять, она, возможно, надоела уже просто... Плюс уши вроде означает, что хорошая музыка. Вас вон до этого хейтил. Сейчас написал браво. Лукавит. Иду на риск, говорит Дима. Окей.
Чат, ну напишите, по крайней мере, большинством. Поставить саундтреки из Ведьмака легко. Я говорю, я не поставил только потому, что боюсь, что она, возможно, уже всех заколебала. У меня, кстати, чай уже вроде бы остывает потихоньку. Ведьмак, все понял. Я всего лишь раб чата. Так, go next. Хотел посмотреть, как правильно в дебюте играть, но не посмотрел. Других саундов нету. На ютубе полно всего. Если бы не авторские права, я бы, в принципе, ставил бы просто сектор газа. Норм-музычка играла. Ну, поиграла норм-музычка час с лишним. Сейчас поиграет другая музычка. Ничего страшного нету. Так, мы белыми. Мы белыми. Соперник разыгрывает. Что-то разыгрывает соперник с защиту Чигорина. Прорву только чай на клавиатуру. Фигня, я разок водку пролил на ноутбук. Вот это было жесть. Минус ноутбук. Вот это пожестче, я тебе так скажу. Вода еще можно спасти, а вот водка, она не щадит компьютеры вообще никак. Да, Грандоты вернулся. Грандоты, я помню, пришел, сказал, все, говорит, возвращаюсь в мир шахмат. Я так и не понял, в мир моих шахмат или вообще в мир шахмат. Поехали тактичить. Фу, блин, как это сказать правильно? Тактити-ти-ти-ти какие-то. Короче, на взятие конь g5 планировалось. Но не факт, что я правильно сыграл. Сейчас выяснится, что все это разработки. e4 грозит на e4 h3. Но грозит еед. Хорошо, допустим, я отвел слона подальше. e4 h3. Ну, еед, да, тоже ожидался. Ход h3, например. На взятие. Да, произошла минус водка. Водку жалко, да. Я так и знал, что вы так напишете, но на самом деле минус ноутбук был. Был очень давно, но супер неприятно. Минус ноутбук было супер неприятно. Я помню, денег вообще не было, и пришлось месяц сидеть без компа вообще. Так. Позиция непонятная, у меня король плохой. Неужели все это заготовочки такие хитрые от оппонента? Так. Да, что-то все ослаблено. Да не могу понять, видимо, я сыграл неправильно, что ли. Неужели с вами H7 нельзя играть? Фантастика. И все хитрые стали, обратите внимание. Какие-то тонкости, разработки. Ужас. Вот выскакиваю конем, хочу ферзь F3, но сейчас смотрю, а что я буду делать на конь H4? Не совсем. Ну, то есть придется F3 ходить, но это не то, что я планировал. Так, мастер Фиде из Украины. Надо ошибаться. Ошибки надо тоже совершать. Иначе люди могут подумать грешным делом, что что-то не так с вами. За 5 секунд. Ферзь Е1, если сделать ход. Непонятно. Вроде напал на коня. Конь, наверное, отступит.
Суперсив 2. Имени еще нету. И ты в 5 с атакой на короля, но... Так, главное, что он все это делает, то есть. А чего, ладья b5, a6 пойдет, гадалки не ходи, вот. Нет, f4. А, ну так еще лучше просто, да? Гадалки не ходи, говорит. Давай Гриценко. Там мата не оказалось. Оказалось бы, человек зевнулся, он бьет h7. Я пошел не думая, а видите? Возможно, не зевнул. Да, ну тут тяжело. Тут тяжело. Так, go next, и будем надеяться, что это будет французская защита. Не, мы белыми. Так, гроссмейстер, с ним играли много раз. Георгий. Спасибо за фоло. Ну, чел, либо нажми, что не будешь играть, либо играй. Ну, чё за детский сад? Так, есть шанс на французскую. Нужен ход e4. Коронный вариант французской. Ну, вот слон b4, ход, который... Не особо идет в последнее время, потому что люди начали правильно играть. Попробую снова вариант с ферзь a5, ферзь a4. Здесь самый сильный считается так и ферзь d1, да, ну... Раньше об этом знали только сильные игроки, то сейчас так играют и любые абсолютно. Я в каждой партии, когда играю ферзь a5, ферзь a4, зависимо от уровня соперника, так и так ходит. Всегда нравились шахматы, пишет Кангаро. Но это нормально. Не осуждаю. Не думал, что кто-то их стримит. Ну, в принципе, да, это такое себе решение стримить шахматы. Согласен. Однажды я получил опыт, что брать вот так вот в такой редакции не особо здорово. По крайней мере, не во всех позициях. Женю тонкости и варианты я не помню. В скобках не знаю, забыл и так далее. Помню, что чтобы брать, надо d3 менять ферзей. Обычно для французской это супер круто. Помню, что нужно успеть линию b прикрыть, а не всегда удается. Так вот он начинает выскакивать. Но здесь надо играть аккуратно и сильно. Я ферзя вроде выскочил, ферзем грозит конь бьет e5, висит на d4. По ощущениям выглядит все интересно и хорошо, но король на f8 это всегда опасность и загадка. Конь g5, конь бьет e5, ферзь f4, конь g6. Вроде нормально. Но это не точно. Конь g5. Ну, скорее всего, последует, потому что он начинает понимать, что что-то он сделал не так, видимо. Может быть, cd могу где-то съесть? Все очень сложно и остро. Еще раз, давайте, да, конь g5 последовал, конь бьет e5, нельзя брать ферзь. Ферзь, допустим, куда-то отвалит. Даже ферзь g3 исход, да, интересный. Ситуация не такая радужная. Давайте пойдем просто конь f5. Я не уверен, что этот ход хороший, но... Вы поставили коня, перекрыли сразу же все вторжения, ну, кроме ферзь h5. Он так и играет. Возможно, ход мой оказался поверхностным. Так, подвисает пешка.
g6, конь b7, король g7. Выиграл коня, но g6, все поля отдавать черные. С другой стороны, а что делать? Конь b7, король g7, как будто бы без фигуры, да. g4 грозит. Грозит, наверное, h5 надо поставить. Так называемый волнорез. Ну да, не то я сделал, конь f5 оказался ход. Поверхностный, не хватает опыта. Давно я не играл в Виновира, вот сегодня, наверное, впервые за последние дни. Я миксую слон b4 и конь f6 третьим ходом. Получаются абсолютно разные позиции, но... Что делать? Так, ну что, бьем cd и надеемся на лучшее. Открывается у него там ферзь куда-то. Хорошо, забираем на d4, шах на a3, ну король g7 пока. Предположим, вроде бы я крепко расставился на фланге. Такая странная позиция, постоянно... Вроде хорошо-хорошо, потом бац, мат получил. Здесь вроде бы конь цементирует, не пускает ферзя на e7, что очень важно. Если ферзь сюда ворвался, то пишем gg и выходим. Так вроде висит вилка, вроде бы лишняя пешка. Зубы, что еще надо для счастья в шахматах? Так, ферзь b2 он играет. Хочется съесть ферзь bc2, я буду с вами честен. Я даже, пожалуй, съем. Надеюсь, ничего не зеваю. На взятие бьем. Такой просто так же. А, ну, здесь соперник развалился очень быстро. Здесь французская себя оправдала. Давайте тогда сейчас я прокомментирую эту партию. Ну, тут я, в принципе, большинство прокомментировал. Значит, получилось перестановкой ходов системы Виновира или Виновира. Вот здесь, на самом деле, у черных миллионы планов. Я перепробовал все. Везде у меня много памятных нулей, так сказать. Вот, c5, как бы играл издревле. Вот здесь я также перепробовал. Я и конь e7 ходил, и ферзь c7, и ферзь опять играл. Вот, и, соответственно, при ферзь c7 на ферзь g4 я играл сперва f5, потом я начал играть f6. Постоянно люди, компы и так далее, они постепенно меняли оценку. Этот вариант считается плачевным для черных. Вот ферзь g4, f5, ферзь h5 на самых неприятных вариантах, ослабляющих поля. Вот, я решил сыграть через ферзь a5, тоже такую расстановку играл многократно, так. Ферзь a4, а, партии еще газово. Обновлю. Привет, Назарбонд. Да, ну, в общем, это пока все теория. Как я и сказал, белые вызывают лишение рокировки. Альтернатива, например, ферзь b1 есть ход с идеей шаг дать. Вынуждающий практически ход c4, если мне память не изменяется. Я понял, Рокоди, очень важная инфа. Так, значит, ферзь g4 и ферзь d1. Стандартный способ вызвать ослабление. На самом, ну, то есть, идея вызвать g6, но g6 совсем все черные поля отдают. Защитника-то нету. Вот. Зачем ферзь на g4? Вызвать ход g6. Неудобно пешку защищать, в скобках нечем. Поэтому король f8 практически единственный ход, но лишить рокировки, да, и ферзь d1. Опять же, все эти взятия пешек, они считаются супер опасными, да здесь даже и пешку не выиграть, потому что шах и без ферзя. Вот, b6 вроде бы правильно, потому что соперника два слона, меняемся. Вот, слон d3, не факт, что ход грамотный. Так, конь h3, но он уверенно играл, скорее всего, мне показалась теория. Вот, теперь я пробовал в таких позициях менять ферзей, обычно вроде бы два в одном, ты и белопольников разменял, ферзей разменял, но как-то вот у меня не получалось. Хотя, может быть, здесь именно особенная позиция. Да, я скажу, где я играл неправильно. При dc-bc. Конь f3 я неправильно брал. А здесь, кстати, я смотрю, может быть, стоило взять. Он бьет. Взять, он бьет чем-то. Взять, взять и напасть на пешку. И, кстати, по идее, это хорошая позиция, но это не точно. Возможно, там не успеваю по каким-то причинам. Это все надо изучать, анализировать. Я решил пойти конь e7. Думаю, ну, нейтральный ход, рокировка. Опять же, здесь, наверное, стоило взять, напасть. И на защиту еще раз напасть, и пешка d, похоже, терялась просто. Но там, может быть, какой-то заход ладьи в обжорный ряд. Опять же, не так все ясно. Я быстро этот вариант в голове промелькнул у меня, и я решил на него не идти. Просто развить коня. Мне казалось, эта позиция достаточно перспективной. Вот размен. Вроде бы оставили сопернику не очень хорошего слона. Все пешки стоят по черным клеткам. Он выскочил ферзем, я сюда. Здесь, мне кажется, я уже перехватываю, потому что так грозит. Но на самом деле, вот CD он освобождает слона, то есть слон начинает играть.
Вот он сыграл конь g5, я что-то не рискнул взять на e5, какие-то ферзь g3, не знаю, хотя там отступил, потом как-то так. Не хотелось давать слону активизироваться, то есть слон пока за пешками спрятан. Вот, может быть, стоило пойти h5, например, кстати, интересный ход h5, чтобы изгнать ферзя, потом коня поставить на f5, то есть как бы сделать его полувечным. Вот, но я сыграл неудачно явно, пошел так, он так. g6. Ну, может быть, и не совсем неудачно, но, скажем так, конь бьет h7 нельзя, потому что король g7 висит, ферзь висит, конь, и, похоже, я выигрываю. Он отвалил. Да, грозит g4, неприятный ход. И там какие-то маты на f7, поэтому h5 выглядит, ну, супер очевидно. Да, он играет h4 зачем-то, не знаю, может быть, зря он пешки отдал, но, на самом деле, центр не удержать. Ему надо было как-то играть активно. В путь, не знаю, h3, g4, хотя это опасно. Вот, но он как-то все развалил. Да, и здесь, наверное, его позиция уже плохая. Объективно, я вроде бы все очень грамотно расставил. Перевел спуск на короля, все укрепил. Пешку отжал, все висит, да, ну и последовали уже зевки. Да, здесь он сдался, ввиду варианта так, 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 так. Но на самом деле я выигрывал и простым шахом. А, вот здесь, кстати, еще не выигрывал, да, поэтому именно ферзь c3. Завершающий, пуанта, так сказать, комбинации. Вот, ну получилась короткая партия, 22 хода, из которых первые ходов 10 просто теория. Go next. Так, черными, но не повезло. Соперник не пошел e4. Поэтому снова какие-то ферзово-гамбитные построения. И это у нас... это у нас лондонская система. Сообщение удалено модератором. Там удалено, у кого чего. Так, этот вариант я уже играл. В принципе, вроде бы неплохая позиция. Были тут и победы над топ-игроками. Один мне с убит h7 зарядил, но не получилось. Не повезло, не фартануло. Вот это вроде должна быть неплохая поза. Просто надо понять, что мне делать. То ли cd и c5. То ли f5 и пытаться коня на e4 завести. Не знаю, два плана, какой выбрать без понятия, поэтому выберу стратегически. Не удалено модератором. Но модератор мобот, он просто бот. Не обращай внимания. Так, ну что, подвисает ферзь. Я, наверное, ферзя отведу. На взятие я возьму именно пешкой, чтобы поля прикрыть. А нет, так вторгнусь своим конем тоже. Давайте сперва пробьем. Как было в известной катке. Господа, позвольте я пробью с ноги. Вот только надо понять, на c5... В том смысле, играем c5 или не играем? Наверное, мне кажется, что имеет смысл. Коня поставим на e4. Перспективами мне моя позиция больше нравится, но это не факт, что так и есть. Больше она мне нравится по той причине, что я-то поставлю коня на e4, и в случае его размена, у меня там появится защищенная проходная. Не знаю, только d или f e, пока не решил. Надеюсь, что он просто не будет брать. Оставляет думать. f e или d e. У каждого хода есть свой плюс. d e удлиняет хоббит слону. Е открывает линии какие-то. Не знаю, ну интуитивно возьму ФЕ, но не факт.
Так, слона я менять не хочу. Пешку я не могу выиграть. Так, ставим сюда. Он слон d4 пойдет 100%, прям миллиард процентов, что пойдет слон d4. Так, пока опять прокинул, грозит слон h6 где-то. Так, не зевает, к сожалению. Соперник из тех, кто не зевает. Возможно, fe оказался ход неточным, надо было брать de. Видите? Соперник смог поставить блокаду. Блокаду поставил. Пока поставлю сюда, чтобы слон на c5 не лазил. У меня еще и времени беда. Готовит явно g4, но такое. g4 это игра и за себя, и против себя. Пожалуй, выведу слона куда-то. На e5 стоит ли брать? Ага, все-таки он решается, да? Ладно, пока отвели ферзя. Вот, его достаточно рискованный. Так, мне нужна игра. Верну слона, хочу взять и прорваться d4. Опа. А, вот я недооценил. Ладно, пока так. Не, ну так сперва сюда, наверное. Почему Лондон такой популярный? Ну, типа, очень легко играть. Типа, ты в дебюте делаешь одни и те же ходы, пытаешься поймать соперника на какие-то хитрости, тонкости. Так, 29 секунд, гайс. 29 секунд. Очень не понимаю, над чем он думает. Сюда. Ну что, переигран? Как говорится, в нулинку. Чел, сливай воду. Здесь ты уж извини. Тут тебе не там. Блин, если бы пошел ферзь опять, король опять, было бы смешно. Блин. В плане, я что-то, видите, 0-0-0-0-0-0, я... Ну, я не ожидал, что он будет играть эту позицию. Эрик. Но был близок, если бы Эрик угадал бы с ходом, пошел бы король опять, то ферзь А4 взял ничья, я бы не успел. Наверное. Вика, вырубай гим, ты перепутал стрим, чел. Величайший только один в этом мире и... Как бы Вика уже занята им. Меньше одной секунды осталось, но все-таки успел, сумел. Что-то я как-то неудачно мат ферзем ставил. Как так секунды быстро летят.
партия получилась неплохая, хоть и не французская. Привет, Алексей. Хоть и не французская, но неплохая. Рабочий класс скучает. Так он на Ютубе же стримит. Какие проблемы? О, опять не повезло. И снова лондонская. Блин. Снова лондонка. Решил я отклониться, непонятно зачем. Кстати, если бы он просто взял и слон c7, я бы сдался, что ли? Блин, я видел, так играют хорошие игроки. Но, возможно, я что-то не так делаю. Порядок ходов, видимо, не тот. Надо будет прочекать. Добрый вечер, что вы думаете о английском начале? Ну, хороший, крепкий дебют. А что про него можно еще думать? Сам играю какие-то построения похожие, типа на английское начало. С переменным неуспехом. Опять бы как-то протолкнуть. Вот может конь опять, как в старые добрые времена, пока по бланке. В5. В5 и коня на c4. Так же легко для худшего в мире. Правильно? Вроде могу поставить сюда коняшку. Спел я. А еще пару красивых слов. Что за красивые слова? Я не умею. Хотел говорить, тебе надо к этим стримерам, которые стримят что? Который стримит, как красиво говорить, наверное. Не уверен в ходе Е5. Попытка какая-то вскрыть линию Е, возможно, необдуманная. Это английское начало. Я, да. Ну. Первый ход С4, это вообще идеально. Непонятно, что тут делать, без пол-литра не разобраться. Может, и неудачно я разыграл, а может быть, удачно. Как конь стоит, он, в принципе, позу мою цементирует. Жмешь. 150, лежа жму. Спасибо за поддержку. Вообще легко. Бокс.ру, спасибо за соточку. Благодарю. Так, что-то мне не нравится ситуация, которая у меня на доске. Привет, впервые смотрю стрим по шахматам. Привет. Ну, не знаю, посочувствовать тебе или наоборот, как бы поздравить. Ты бы какой вариант выбрал? Поздравление или сочувствие? Как вроде бы я нащупал нить игры... Но, похоже, все-таки ближе к ничьей. Ближе к равенству позиции. Висит пешка? Да, он должен догадаться был отойти, потому что я не могу брать из-за шаха. И он самая противная редиска. Догадался. Это самое неприятное, что он догадался. Так, отступаем. Ну что, разноцветные слоны... Во все стороны равны. Убрал пешку из-под боя. Опа, шах. Подъели пехоте. Или там не выйдет. Да не, ну должен выйти. Съели. Плюс пехотинец.
А, он там пытается свою игру замутить, да? Моя игра, она мне принадлежит. Таким же, как и я. Пешка висит. Может пожертвовать фигуру? Я не знаю, давайте пожертвуем фигуру. К чему это приведет, я без понятия. Вроде три пешки есть. Как-то, может быть, их удастся надвинуть. Но не факт. Возможно, жертва и некорректная. Хочу и в 5, и в 4. Правда, вопрос, а дальше что? Так. Возможно, я был неправ. Да, похоже, я зря все это сделал. И жертва фигуры была опрометчивой. Главный вопрос, а нафига? За каким? Это все надо было, вот в чем вопрос. Да, получаю мат, слон c8, слон b7. Зачем я на это пошел? Зачем? Просто не думал, что есть стримы. Ну, теперь знаю, что есть. Мне нравится шахмат, 11 лет занимался. Нормально. Давайте посмотрим, как там правильно играть. Решил разыграть другую позицию, сразу же огребли. Так, можно убрать, пожалуйста, оценки? Спасибо. Я говорю, можно убрать оценки, алло. Как убрать эту фигню? Мне не надо. Я просто хотел теорию посмотреть, и все. Перс b6, перс b3. И, ну, это не то, что я хотел. Но в этой редакции тоже никто, подождите. Префер c1, что ли, конь h5 есть маневр. За нифига не помню. Да, ну, в общем, сам проиграл в конце, думал, пешки будут сильнее. Я чувствовал, что он может заблокировать, но... На пофиг сыграл и... Мы сейчас сам в матовую сетку влез. Так, Ярослав. Удалось у него выиграть партию одну. Так, миранский вариант. Снова это построение, да? Ладно, рокировка. По-моему, как-то так играют. По крайней мере, я когда играл позицию за черных, со мной как-то так и играли. Пешку жертвую. Там считается якобы инициатива. Так, по-моему, e4 надо играть и успеть слона на f4 выскочить слоном. Чтобы мат не получить. Здесь считается, что у белых сильная инициатива, но почему, я не знаю. Сейчас будем выяснять вместе с вами. Слон g3 играю, не думая. Просто потому, что нечем думать. Объявляю гарде. Гарде по морде. Так. Что, бьем ДЕ, я не знаю, правильно ход или нет. Скрываем позицию, типа у меня два слона. Мне вскрытие, по идее, выгодно. Вот после партии надо глянуть теории, надо как-то немножко развиваться.
то я что-то очень часто просто не выхожу из дебютов, и люди, даже далекие от шахмат, к сожалению, выигрывают просто, не делая своих ходов. Здесь вроде бы у меня инициатива неплохая. Конь врывается. Начинаем нападать. Конь d6, там, правда, конь d4. А если слон h4? Ну-ка, проверим ход слон h4. Надеюсь, не зеваю конь d4. Он так и играет. Так, если я бью на f6, он бьет на c2. Ничего хорошего нет у тебя, да? Понял, принял. Ну, что поделать. Конь d4 я хоть видел, я же сказал даже, что ну там на такой-то ход будет так-то, но... Решил допустить. Так. ФЗ, допустим, съел. На позиции. Я съем сюда, он съест сюда. Если конь бьет d4, он слон бьет e2. e2 тоже без материи. f5, к сожалению, находится в дете. Мне придется уповать только на силу двух слонов. Тоже что ли? Это как рассматриваю. Так, что-то не вышел из дебюта, а соперник, видимо, знал что-то. Все у него срастается, прям играет, главное, быстро, не особо раздумывая, хотя сложные варианты надо считать, тратить время. Но ему, наверное, не надо все-таки. У него хорошо. Грозит вилка. Интересно, зевки будут или мастера Фиде не зевают? Рафида не зевают, понял. Так, ладно, давим на c5. Ну, какие-то шансы есть, потому что разнопол. Плюс эндшпиль. Но 34 секунды тоже намекают. Где-то готовим g4. Готовим под... Блин, ну я даже не могу пешку дотянуть. Это, конечно, провал. Теряю важнейший темп. Просто в один ход отдаю важный темп. Отвратительно. Мне жертвует фигуру. Непонятно зачем, но, наверное, так тоже хорошо. Да, бред какой. Почти выкрутился в один из моментов, да, но давайте глянем. Просто быстренько пробежимся. Одно дело знать, что так играл Яковенко на моих глазах лет 12 назад. Другое дело знать, как там действовать. Рокировка играют, ферзь. c2 главная линия, слон b7 главная линия.
Он же 5 ход редкий, А3 в основном играют. Кумбит H2 играет редко. Взяли, шах, ушел. Взяли, Е4, правильно? Нет, Е4, а, F3 надо играть, вот в чем. Ну, то есть, блин, нафига играть вариант, если ты просто не знаешь теории. Тут даже били на Е3 как-то. После ферзь Е2 играли без фигуры, но это понятно, ладно. Значит, конь отходит. И в этой редакции играют Е4. Нужно понять, в чем разница. Слон Е3, ферзь Е2, есть ходы. Коня переводят и типа... Планты игры просто вот я D1 как-то по центру. Ну, я примерно так и пытался играть. Примерно равно пишет комп. Если, например, как какие-то ферзь Е2 идти в такой эншпиль. Слона, инициатива, но не более того, да? Ну, понял, то есть вариант можно играть. Но я даже следующего хода не знал. Знал, но забыл. Всем нельзя было? Там тоже терялось бы. Пишет даров, если планы на гросса. Нет, планов на гросса нету уже более 11 лет. С тех пор, как я завершил играть и тренироваться. Сколько лет в шахматы играть научился? Это ко мне вопрос? Если ко мне, то я поздно, в 12, к сожалению. Раз этих лет 7 не хватило. Чтобы играть очень сильно. Так, ну что, французскую бы? Почему так? Ну, потому что я бросил играть в 2008 году. Практически перестал, ну, перестал заниматься и практически перестал играть. Играл все реже. В 2011 последний турнир в классику был. Потому что это надо делать вовремя. Так, припоминаю, что недавно я сыграл неудачную партию, переведя слона на g3. Возможно, этот план не самый лучший в данных позициях. Попробую провести b4. Заниматься, во-первых, не всю жизнь, я же в 12 лет начал. Это не вся жизнь. Вот, во-вторых, ну, как бы вынужден был. Так, отступать нельзя, приходится... Хотя есть опция пожертвовать пешку, так. Если заберет, дать шаг, лишить его рокировки, но... Как это хорошо, непонятно. Ладно, будем банально играть так, и атаку пешеного меньшинства проводить. Так, пока b5... В принципе, могу, на cb конь бьет d5 же есть ход. Атаку пешеного меньшинства провести удалось. Так, ладья ворвалась, наверное, в ответ ладья c1. То мы заберем bc, создадим сопернику... микрослабости, если успеем. Что-то он как-то напрыгивает меня. Ладно, конь b1 с темпом и bc потом. Висит тут. Может быть, будет жертвовать качество? Какой редакции? Так. Ладья b1 неприятный ресурс. Пешка b, она так связка неприятная. Может не выжить там потом ферзь b3. Да, пуанта b5, ферзь b3, b4, ферзь b4, слон b4, ладья a6, хотя там... В варианте b4, ферзь b4 был бы промежуток ферзь f1, я бы проиграл бы партию. Угу. Вот какие-то такие варианты пока мелькают в голове. Там, я надеюсь, найду усиление. Ну что ему делать? Если он отступит ладьё, я банально съем. Он решил отступить. Окей, я съедаю. Могу съесть на c6 же? Вроде могу пешку подгрызть. Так. Какие-то жертвы качеств появляются. У моего коня ограничил. Ладья bf6. Хорошо, пока ферзь b3 выскочил, где-то хочу ладья bf6. Он дает такую возможность. Но вы знаете, я, наверное, пожертвую качество. Почему нет? Пожертвовали. Забрали тут, напали на ладью, напали на f7. Ну, три пешки за качество. Конь, конечно, не играет, это большой минус. Огромный минус, то, что не играет конь. Живой конь вне игры. Так. А я не могу его развить никак, да? Слон, что-то грозит? Какие-то страшные отскоки имеются или нет? D6, ферзь, да.
подумываю о ходе g4, но ход мне, блин, вот ни, рука не делается его сделать. Как там говорят. Я попробую. Ход архирискованный. Идея слон h5. Так, потому что сразу же слон h5 терялась бы материя. Вот в чем бывает. А, ферзь висит. Стоп. Я же хотел сперва ферзь e6. А, его ладья b1. Что я сделал? Так, ну ладно. Да, но это бред. Я просто проиграл партию сам в один ход. Гениально. Ну, может, не проиграл. Может, вечный шаг удастся объявить в случае ферзь e1, ферзь бьет d6. Вроде бы мата, может быть, и нету. А вообще есть там ферзь g1 шах, именно король сюда, ферзь d... Нет, ферзь h1. На король e2 ферзь d1 мат. А на король f4 ферзь h2. Правда, будет ход король g3. На ладья g1, король h4. Да, возможно, при ферзь e1 ничья вечным шахом. Я совершенно забыл про отскок слон d6 и забирание на b1. Ферзь а8 шах, ну, d5, видимо. А как еще? Вообще, здесь есть шансы на атаку, потому что ферзь со слоном возле голого короля, то есть... он находит вот такое укрепление, да? Хорошо, я пока отскочил слоном сюда. Ферзь f7, но он, скорее всего, ферзь f8 куда-нибудь пойдет. Ну да, скорее всего, он отобьется от этой атаки. Я просто все зевнул, к сожалению. Не в форме. Так, он решил таким путем сходить. Сейчас важно не зевнуть размен ферзей. Не знаю, куда пойти ферзем. Пусть будет это поле e4. Опять же, мог на f5, мог на e4. Как понять, как правильно? Легко, не так-то просто. Так, шах пока дам. Пешка подвисать будет, да? Ну хорошо, пошел e4, хотя ход мне категорически не нравится. Но с другой стороны еще и время поджимает. Так, он хочет сюда, да? Ну пошли тогда всеми бойцами вперед, на пофиг. Король g3, король h4 там. Вроде бы мата нет, шах ушел. Так, если я пойду вперед, то он f5, g5. Не знаю, отступил он назад, но... Где e3, что ли, неприятный ход. Так. Так. Да блин, ты можешь ход сделать? Что за... А, там под шах, все, я понял, извиняюсь. Да, была просто великолепная позиция. То есть, казалось бы, что еще надо? Лишняя пешка, ход. Казалось бы, что еще надо? Лишняя пешка и ход. Пойди просто конь c3, и партия бы на этом... А нет, ладья а3, стоп. Я пожертвовал качество. Может быть, слон бьет d5, шаблонное решение. Может быть, здесь просто так. Тогда все равно ладья а3. Ну здесь-то, блин, тоже не так ясно. А, конь d2, наверное, был хороший. Сейчас вот я взял, он ушел, я что-то пошел какие-то маты ставить, какой-то g4. Был ход конь d2? Если слон d2, ферзь b8. Там даже без пешек, без фигуры я не рискую. Да, но неожиданно компенсация. Вообще удивляюсь, как люди вот так вот зевают. Очевидно, что он зевнул ход конь b1. Но все время срастается. Вот как такое возможно?
Чел зевнул конь b1, но по визу. Бред. Из тех примеров 30 реально до КМС подтянуться. Реально, КМС может стать вообще любой человек. Мастером уже посложнее. Ну что, видимо, последняя партия. Если найдется быстро. Сейчас я, наверное, должен играть за черный цвет. Норик, 62. Нет, к сожалению, не французская. Не повезло. Так, может быть, полученный опыт удастся использовать? Нет. Пошли в ботвинника, на пофиг. Гнали в ботвинника. Нет, он не решил идти в ботвинника, но окей. Так, b4 что ли играет в этой партии? Ферзь b6, я нифига не помню. Пробую ход ферзь b6, но не факт. Так, у меня лишняя пешка, у соперника компенсация. Соответственно, пока пытаюсь закончить развитие поскорее. Все укрепляю, но начинаются суровые прорывы. Да и фиге какие-то нападки на пункты будут, да? Ну хорошо, может быть даже в 3-0 просто свалить в наглую. Там не получается, конь d4, есть ресурс, сюда нападает, да? Слон h5 шаг, лишит меня рокировки. В принципе, не так страшно. Ай, блин, чё я просто пешку оставляю под боем? Я хотел пойти конь c5, но пошел конь e5. Кайф, кайф. Не туда пошел. Это печально, я вам так скажу. Наметил один ход и сделал другой. Фантастик. Старость не радость. Теперь в этой позиции. Пошли b4. Спасибо за поддержку. Шумер, спасибо за 500. Спасибо за 500 000. В случае становится 1600, то есть. Случай поддержки становится 1600. Так, я хотел бежать. В принципе, у меня нет других ходов. Я бегу королем. Брать я не могу, потому что мне мат. Поэтому я продолжаю свое бегство. Вот у меня мечта спрятаться в уютном гнездышке на А7. Я бегу, гайс. Я бегу и из последних сил просто бегу. Опять король А7, и я выиграю эту партию, несмотря на грубейший зевок. Он сам может опять задвинуть. Немножко не нравится мне этот ход, но может быть ферзь c6, как-то подожмемся, короля все-таки спрячем на А7. Будет такое бегство из Петербурга в Москву, да, по факту. Опять он играет, к сожалению. И вторгается ладьей. Пока прячу короля, потому что на так был бы какой-то удар.
Не факт, что опасно, но вообще с ВЛЦ-8 вообще-то есть идея. Поехали с ВЛЦ-8 на пофиг и просто молимся. А если не молимся, то нам следует быть уже. По 56 секунд висит конь. И защитить коня легко не так-то просто. Если коня отожмем, король, в принципе, перебежал. Все как в лучших традициях ботвинника. Возможно, задышал, так сказать, плюс дыхание. Так, и что написал, кстати? Умер. На хорошую игру, спасибо. Да, и человек сдался. Ух! Вот так вот. Здесь я сошел с ума, хотел пойти конь c5. Ну, шах, ушел королем, борьба, то есть, ну, неясная поза, там, очень сложная, там, свои какие-то игры. Вместо этого беру, хожу конь e5. Просто конь бьет e6. Так. Так, чат, есть ли вопросы? Читаю чатик. Чемский, я же сказал, несколько дней. В понедельнику сделают точно. Там выходные же еще у людей. Weekend у иностранцев. Так, окей. На этом будем заканчивать. Видимо. Сейчас есть у меня... Один могильничек. Говорится. Да, всем спасибо. Спасибо за стрим. Все пишут. Окей. Значит, завтра увидимся. Ну, возможно, увидимся. Я просто не знаю, что завтра будет за турниры, что за вечер. Ближе к вечеру узнаю. Сообщу. Сам. Пишу, то есть не обязательно писать, во сколько стрим, как это любит Коломбо делать каждый день. Вот. Сообщу. Сейчас тогда я вас всех приглашаю, я вижу, стримит Ян Непомнящий. Давайте его зарейдим. Вот, там вы точно увидите качественный контент. Он стримит крайне редко, но метко. Так, ну что, мы соточку-то наберем бойцов хотя бы? 105 уже, 107. 111. Вот, ну в общем, Ян Непомнящий, один из сильнейших гроссмейстеров в мире, в России. Сейчас я перекину к вам. При этом от меня передавайте. Все, всем пока, всем спасибо. Всем бай-бай.